Всем привет, с вами Алексей Ваньков. Сегодня мне хотелось бы ответить на очень популярный в последнее время вопрос. Это что мне необходимо для покупки воздушного ружья в Англии? В принципе, ничего. Если у вас есть дом с достаточно большим садом, вы уже можете приобрести воздушное ружье. Маленький совет в этом плане. Может быть, было бы неплохо приобрести металлическую коробочку, да, которая ловит все ваши пульки, и там в этой коробочке будут располагаться ваши мишеньки, что, в принципе, обезопасит окружающих и, в принципе, также предотвратит какой-либо ущерб вашему забору. Если вы живете в квартире, опять же, вас ничего не останавливает от покупки воздушного ружья. Вы просто можете стать членом какого-нибудь клуба близлежащего, которых полно в округе. И это не будет проблемой найти, где вам и кому вам присоединиться. То есть стрельба по мишеням с воздушного ружья очень распространена в Англии. Очень много разных соревнований, разных клубов. То есть это будет не проблема. Вы просто идете в магазин, покупаете воздушное ружье. И в принципе все. Если же вы захотите заниматься отстрелом вредителей, таких как кролики, голуби, сороки, вам необходимо получить разрешение от хозяина угодья и от хозяина земли. В этом случае вы просто едете вдоль дороги, находите большой дом с большим садом или еще что-то в этом плане, стучитесь в дверь и просто просите разрешение на отстрел вредителя с воздушным ружьем. И если вам его дали, то, в принципе, это все, что необходимо для того, чтобы вы беспрепятственно начали пользоваться своей воздушкой и приносить домой вкусное диетическое мясо. Маленький совет, наверное, в этой области. Постарайтесь получить письменное разрешение, просто чтобы человек написал небольшое письмо со своей подписью и с датой и упомянул ваше имя в нем, что он дает вам разрешение на отстрел вредителей. В принципе, и все.